Для того, чтобы выслать заявление по электронной почте, надо зайти на сайт Республиканского института контроля знаний. На главной страничке есть информация вся о том, как проходит данная регистрация. Надо зайти и скачать форму заявления. Есть здесь и образец, и коды учреждения образования, которые вы заканчиваете. Скачать пункты регистрации. Здесь находятся электронные адреса. Электронный адрес Гродненского государственного института имени Янки Купалы 501-Риксбай. На этот адрес высылается электронное письмо с заполненным заявлением. Вам придет в ответ лицевой счет для оплаты. После этого рекомендую зайти на сайт факультета довузовской подготовки регионального центра тестирования и профориентации молодежи на вкладочку «Регистрация на ЦТ» и предварительно зарегистрироваться в электронную очередь. Успехов!